Тема выставки самая новогодняя и зимняя, поэтому дети, преподаватели школы городского округа Воскресенск фантазировали и творили, вязали, шили, плели и декорировали. Поле для рукоделия широко, 14 номинаций конкурса. Это вышивка, в том числе лентами, бисероплетение, войлоковаляние, художественная обработка древесины и другое. В рамках выставки будет проходить несколько мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. И каждый желающий могут изготовить новогодний сюрприз. То есть это будет 20-го мастер-класс и 25-го мастер-класс. И еще 14 января будет один мастер-класс. Тут можно тоже присоединиться, к нам прийти в гости. Мастер-классы будут проводить учителя технологии воскресенских школ. Каждый год организаторы Воскресенско-научно-методический центр проводит зональную открытую выставку декоративно-прикладного искусства. И всегда ребята и их учителя предмет технологии удивляют воплощением замыслов, порой причудливых. Ведь конкурс так и называется – «Зимняя фантазия». Всего представлено около 100 работ. Очень интересная работа есть, и все сделано своими руками. Очень развивает мышление у людей. И те люди, которые любят творить, они по-другому как-то смотрят на мир, как-то более... образно. Мне понравилось больше коробка с вязаными игрушками. Они выглядят как покупными. Даже не верится то, что это сделали люди своими руками. Кажется, будто это просто вот взяли, купили и принесли. 19 января состоится награждение участников выставки конкурса. До этого времени жители могут познакомиться с экспозицией в историко-краеведческом музее Воскресенска. Евгений Светлый, Евгений Стародубов. Новости из Крывэкт.